Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Вилнерд и Рейзерикс. Всем салют. И, уважаемый Сыререйс, как хочешь вам рассказать, почему она 17 уровня, а не 15, когда вы в прошлый раз нас видели. И что мы делаем посреди гребаного ничего, и почему у меня шляпа пирата. Дело в том, что... Потому что... Ну, мы немного увлеклись. Это на часа два. Но не беспокойтесь, вы ничего интересного не пропустили, кроме предательства пирата, призрака, некроманта. Да. Но это совсем другая история, так что как-нибудь в другой раз. Да. А сегодня мы идем убивать финального босса первого акта. Неожиданно, да? Играли. Тут бац, финальный босс. Ну это не совсем финальный босс, а финальный босс первого акта только. Не, это еще не финальный босс. О, нам... Все-таки мы один уровень пройдем даже. Да, один уровень. Один уровень. Видите, какие мы щедрые. Целый один уровень пройдем. Запись. О, сейл какие-то стартовали. Игра говорит нам. Здорово. И красные спруты пошли. Красные спруты. Они взрываются. Моды. Они делают. А, да. Вот взрываются. То есть что-то хп у меня мало, смотрю. Что? Что это было? Да, они взрываются. Кстати, да. Надо будет как-нибудь силового перса посмотреть. Кого посмотреть? Так, ну, там какого-нибудь. Типа мародера, либо... Зачем? Ну, посмотри, как у них живучесть, что там все происходит, стоит. Ну, крабики, раки. И два уровня новых, или два... В смысле? Два заклинания. Что это? Что-то нужно выбросить. Почему у меня так много вещей? Ну... У меня тоже их, в принципе, так. Блин, мне надо что-то со своими зомбами делать, а то они какие-то... Кстати, тут сундуков много, чувак. Кого много? Сундуков. А если бы у них сам, было да. Что-то полезное еще? Еще сундуки, что-то знаешь... Ого, да, щедрые они. А что, я не могу открыть сундук? О, открыл. Левелап. Какой левелап? Ну, не левелап, а... Уровень заклинания. Не левелап, а левелап. Ну да. Кстати, надо перед боссом мне зомби сделать. 4, а то обычных боссов перед нет. Перед боссом нужно на спаун сходить. А то с него по-любому босса. Выпадет много всякого хлама. Так, мы назад идем, да? А, ну там как бы тупик был. Офигенная карта. Видите, там какая-то буква 9. Буква 9? А, блин, они взрываются, у меня хп мало стало теперь из-за них. Пофиг, кстати, я собрал новую букву, чувак. Буква 9. О, сколько их тут. А, нет, тут... Я думал, у меня есть этот... Слово, не знаю, было ли в прошлой серии вот это, но теперь у меня есть огненный дождь. Я умираю. Не было, наверное. О, это босс, это как бы босс. Какой, совсем босс или... Нет, совсем босс, да? Не совсем. Это он кидает фаерболы или нет? Да. Это и он огненный дождь, как ты. Ой, я умру сейчас. Нет, я не умру. Я выживу. И он умер, да? Молодец, что выживешь. Ой. Что-то реально он как-то дамажил сильный шоу, скажу тебе. А это еще не финальный босс? Ну знаешь, это как бы давно не было таких боссов, которые что-то нам могли сделать. Ну вот, радуйся. Походу мы как-то переформились. Может быть. Инстинкт Доты подвел нас. Так, куда нам вообще... Парпсина хорош. Куда нам вообще идти? Сюда, наверное. А, появились куча врагов. Ну там вниз еще что-то есть какая-то тропинка. Я вверх пошел. О, судя... нам сюда вверх, и тут босс на меня нападает. Ой, какой ты злой. А ну фу. Что он там делает? Фу, пытается меня убить. Окей. Какие полезные вещи с него выпали? Так, это уже, судя по всему, мы дошли. Или нет? А, не, еще не сошли. Так в этой локации босс будет или нет? В следующей, да? Не, в следующей. Там еще будет переход, и там будет босс. Да блин, они достали взрываться, слушай. Мне один труп нужен. О, тут что-то типа босса или что это там, да? Где-то между ними. Вот это. Кальмарчик. А, ну да, босс. Угу. Ну-ну.
Да, мне нужно будет сходить в город, то у меня же нет вообще вещей. Вот. То есть, наоборот, вообще много вещей. Да не важно. Судя по всему, мы идем в правильном направлении, потому что. Ну да, вообще, если мы. О, все, мы пришли вообще. Во. Ну, давай сходим. О. Вот дальше точно, босс. Сокровища? Собираю, собираем. Кто телепорт там делает? Я. Потом ты его делаешь, а то у меня же осталось их мало. Ну ладно. О, квест выполнили. Или наоборот. О, да, квест. О, а знаешь, что это? У меня лайв. Lighting damage, fork. Fork. Что такое fork? Я, у меня вот тоже fork можно взять. Что это? Офигеть. Предметы все продавать, в принципе, можно. Урон холодом. Я вот это возьму. Так, куда форк поставить? Это миньон лайф. О! Так, я вот так сделаю. Надо продать, пусть скиллы, которые я хочу продать. Продать скиллы, которые я хочу продать? Ага. Да, это очень круто. А, ну понятно. О, бутылочка на ману не идентифицирована. Нужно будет поставить. И... не, уже это не то, это где-то на дейт, это нужно. А риф не нужно, ибо это ближний бой, он 100 лет не сдался. Вот и... так, шок нову тоже продам. Она мне не нравится. Так, из-за них дают обычные вещи. Нет, тогда я положу в сумку. Кого? Скиллы? Угу. Да, может потом буду качать есть. Их, не знаю, там. На продажу. Так. Там же, я думаю, уровни и скиллы это покупают, типа. Может быть. Да. Угу. Так, сейчас я все положу и можно идти. Так, а, вот что это такое, понятно. Ага. Я понял, как действует этот бонус. Короче, первый бонус на скилл нашел. Так у меня тоже бонус на скилл, я сейчас поставлю. Теперь у меня будет у зомби. Подожди, смотри, а если два скилла, и они соединены к одной хрени, где стоит этот бонус? У них у двоих будет этот бонус или только у одного из них? А, не знаю. Короче, надо проверить как-то. А пока давай идем к боссу. Подожди, 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 подожди. Бзи. Вот это я заменю на это. Это положу сюда. Во, вот так как-то. Все, все, иду. Да. Нервы. Кстати, вообще, о чем тут сюжет? Сюжет? Какой сюжет? Тут есть же сюжет какой-то, наверное. Наверное. Ты где? А, он бежит. О, музыка начала играть такая. Тут. Тревожная. Вот он. Окей. Окей. А. Ай, ай, ай. Стоп. Да, я буду скелетов на нее спамить. А, меня заморозили немножко так. Ай, да отстань ты от меня. Она меня сейчас что-то замораживает. Да, она ну, скелетов быстро убивает, но они тоже ее дамажат. То есть отвлекают на себя. Малёха. Раз со скелетом, так у меня мана скоро закончится. Так что нужно просто побить ее. Ну, знаешь, финальный босс как-то акта... Что? Это она умирает или сейчас это, вторая сага? Это... да, вторая сейчас. О. И сейчас она спавнить будет этих мелких. Круто. Зомби сделаю. Куда она бежит? А ну стой. О, у меня мана закончилась, фигась. Стоять! Тварюга. Так, нужно отравить вот, ее немножко. Кровотечение. Она даже не убивает скелетов моих. Почему? Она слабая. А, нет, она... вот начала убить. Все. Все. Окей. Так, нет сундуков случайно никаких? Нет, тут вообще ничего нету. Кресло. Смотри, вот. О, там что-то такое.
сейчас откроется. А двери, у. Все, выходим. И что это такое? Куда входим? Southern Forest. Новая локация, типа, да? Да, это второй акт уже, все. Круто. Я даже не убегаю, там у меня загрузка все еще. А, у меня что-то загрузки долгие. Можно сходить в город, тут waypoint. Короче, я пойду в город. Да. Ну, все-таки у нас серия что-то еще 10 минут, думаю. Мы как раз дойдем до города. Ты где там, кстати? Первый. Я пошел в город. И там нужно, типа, они сейчас расскажут, там же квест типа выполнил. Что ты убил ее. Ну, первый. В акте первом, да. Там дадут нам какой-то приз, нет? Не, что-то мне ничего не дали. Просто они со всеми ими поговорить и все. Блин, даже не дали ничего. Сволочи. Таки да. И все, я продаю все. Оно все отстой. Там щит не нужен, нож. Нож оставлю. Щит. Щит, может, мне нужен, не? Кстати, у меня амулет на это. Что там за щит? О, что там за щит? Большой. Ячейки там есть? Да, одна зеленая. А у меня нету вообще, дай щит мне. Лучше. Ну, на тебе. А то у меня меч есть, а щит как-то не особо. А, сейчас. Еще трейд кинь. Ай, стой, я не туда попал. О. А я себе буду клинки делать на второй слот. Не знаю зачем. Кого? Клинки. У меня два ножа. Есть такие желтые. Реально у них очень много характеристик. Очень много. О, да тут много всякой хрени. Здорово. Пусть будет. Такой щит. Ну, в принципе, все. У нас там все продано, да? Пошли, правда? А второй. О, город там далеко, нет? Ну вот после первой это локации город сразу же. То есть не, пробежаться нужно будет, но тут. О. Что это? О, обезьянки. Обезьянок, кстати, много будет. То, что мне нравится. Они слабые, их много, весело. Ну, кроме вот этих больших. О, роб-алхимик выпало классно. Она, по-моему, меняет слоты. Firestorm. У тебя есть Firestorm. Все, я еще буду Firestorm. А то мне скучно. Ой, Blacksmith. Улучшает оружие, по-моему. У меня же одна есть. Я таки не понял, как. Как что она улучшает там? Ну, броню и оружие там чуть-чуть увеличивает у брони качество, что-то типа этого. Куда ты ушел? Ну туда, а куда? Пошел. Куда не тупик? Умно. О, левел поднял. Да. Мне еще немного надо. О, жирный обезьян. Жирный обезьян? Круто. О, и он позвал маленьких обезьянок. О, левел ап. Отлично. Что-то всякая хрень выпадает. Резко левел 18. Так, стоп, а по этой стороне что? Я бы пробежался, может там что-то есть, о, сундук какой-то. Ну, знаешь, огненный дождь уже более-менее начинает дамажить потихоньку. Ну так, понятно. Не скажу, что совсем не нравится, но я все равно огонь будет прокачивать, потому что... Пока оставлю, но потом сменю его, потому что это более полезно. Ну ладно. Тем более, я же саммонер, у меня там будет на ауры в основном. Там, по-моему, 4 скилла на ауры у меня будет. На ауры? Угу. Ауру молнии бы. Вот это было бы здорово. Не, аура там будет, которая увеличит дамаг. Ну, дамаг с молнией. Там есть аура. Я знаю. Я знаю, какие ауры есть. Так, что это? Это типа сундуки тут такие, о. Что там выпало это? А, свиток. Вот там. Еще сундук? Серый щит хочешь? Кого? Серый щит. О, да. Это так. Очень здорово. И мы дошли. Будет... Все, вот. Ну, надо будет прокачаться еще. Там на левел. Ну вот, 15 минут, в принципе, серия записалась.
Я думаю, на этом в городе сейчас и остановимся уже. Найдем место, где сколько тут людей. Тут можно поговорить с кем-то, они что-то расскажут. Я как раз возьму квесты все. Почему бы и нет? Так, где тут можно пафосно встать? Что? Пафосно встать есть тут где? Не вот тут два выхода отсюда, классно. Да, тут два выхода. А, вот на waypoint можно встать. Пафосно. Где? И что? Ну, на портале. Ну. Блин, ты? Нет, это не ты. А почему ты попал не в тот город, в который я попал? А, не знаю. Забавно. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Мы тут собираемся искать друг друга, в общем. Всем пока. Всем пока.